В Алматы состоялась первая встреча секретарей Советов безопасности стран Центральной Азии и России. В приветственном видеообращении к участникам форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в современных реалиях важнейшей задачей для региона является сохранение стабильности и укрепление безопасности. Это предполагает эффективное прогнозирование угроз, оперативную выработку превентивных мер реагирования и качественно новых интегрированных подходов. Помощник президента, секретарь Совета безопасности Казахстана Гизат Нурдаулетов предложил приоритетные направления взаимодействия, включая содействие стабилизации ситуации в Афганистане, обеспечение транспортной и продовольственной безопасности. Особое внимание было обращено на вопросы водной безопасности, учитывая необходимость сохранения общей экосистемы. Сегодня же состоялись плановые двусторонние консультации, обсуждались меры противодействия терроризму и религиозному экстремизму в Центральной Азии.